формула семейного счастья проста и понятна. Любовь, верность, взаимопонимание, уважение и терпение. Об этом знают все, кто вступает в брак. Но только те, кто понял, что в этом списке на первом месте стоит каждодневный труд над собой прежде всего, отмечают и золотые, и бриллиантовые юбилеи совместной жизни. Борис и Галина Седуновы вместе уже 55 лет. Они всегда и во всем помогали друг другу. И в этом секрет их семейного счастья. Вот я, например, думала, что я выйду один раз и на всю жизнь. Вот я не представляю, как могла я вот еще, если бы у меня что-то случилось, ну, не знаю. Я как-то выходила надежно, чтобы думала раз и навсегда. Он закончил железнодорожное училище, 5 лет служил на флоте, парень видный. Она симпатичная девушка, студентка медицинского училища. Познакомились они в гостях у родственников. Улыбчивая, доброжелательная. Но сердце ёкнуло сразу? Ну, конечно. А предложение как делали? Ну, ходили, дружили, гуляли, где мы только, ну, в молодые годы, как Галя сказала. Кинотеатров тогда здесь не было, клуб здесь в железнодорожном районе, парк, сад коллективного труда в летнее время. Туда ходили, ну, на речку ходили, в лес ходили. Настоящая любовь условия не выбирает. И в послевоенные сложные годы, когда ни о каких нарядах, ни о каких дорогих подарках и речи быть не могло, юноши и девушки не отчаивались. Их главным богатством была молодость. И чтобы порадовать своих возлюбленных, порой проявляли удивительную изобретательность. Просто в голову мысль такая пришла. Ночной букетик. С вечера купил у садоводов цветочков. А поздно с поездки приехал, ночью все спят, и эти цветочки, я в то время жил с отцом. Отец пенсионер, старенький тоже был. Я эти цветочки туда стучать не стал, собачонка меня знает, облаивать не стала. Я спокойно зашел во двор, и эти в поливные бочки, которые набирают для поливки плодов, я туда их и пустил. Ну, а впоследствии, на второй день, когда, ну, догадалась Галя, откуда цветы. И как Галя говорит, мать ее утром, только глаза еще не умыла, иди посмотри, плести. Или как там она выразилась. А предложение цветочки как делали? Ну, вот вы увидели, влюбились, решили, что это раз и навсегда. Да. Но на колени не вставал, конечно, быть моей женой. Но целовались, влюблялись. Пора ей свою семью заводить. Галина и Борис Седуновы часто перебирают в шкатулочке своих воспоминаний самые яркие мгновения. Но эти георгины в бочках поистине семейная реликвия. Картина того счастливого утра бережно передается из поколения в поколение, как символ веры, надежды и любви. Лучшего ты уже ничего не сделаешь, а то, что было, все хорошее. Плохое быстро забывается. Да и не надо о нем помнить, я так думаю.